Так, ну мы доехали фактически на месте. Сюда уже не будем, но потом не развернешься. Красивый лес. Расщедрился. Шо, Валера? А где Валера? Шо это такое? А шо это? Тоже вроде тебе. С крана вода? Ничего себе. Вместо паштета. Неожиданный поворот. Дед Мороз пришел в ноябре. Что там, мороженое? А что это там? Подожди, секунду. Мороженое он сожрал. Да не сожрал, наверное. Что это за крем? А это от комаров, наверное. От солнца. От комаров и от солнца, да, Маш. Да что туда на стол? Печь. Тут все свежее. Деда Мороза в печь. Смотри, какой тут шалаш нормальный. Нормально, рецепт пошел. Уже в очередь. Макс, ты формируй очередь нормальную, чтобы не толкали. Так. Все, пошла жара. В лесу раздавалась пила слепого. Чтобы не пересолить, как раз нормально было, не пересолено, да, нормально. Стань, дорогой мой, да, стань там. Поздравляем тебя. Дарим тебе. А, это что, русский? Я думал, это все слепого. Made in China, ой, как я люблю эту страну. Амортизатор на твой УАЗ. Да, Санечка, с днем рождения. Спасибо. Крис просил. А нет? А нет заднего редуктора, пацаны? Это передний, на домкрат тебе нормально. Мы не подготовились. Иди сюда! Так, а это мне? Ого! Саня, это такой, что может откручивать гайки на шишиге, на колесах. Влад, такой, что может откручивать гайки на шишиге на колесах. Все сходится, не знаю. Подходит. Он тяжелый, Саня. Но он реально такой по мощности. Он похудеет, он обещал, что похудеет. Да, Влад, ты похудеешь? На тебе, он два диска колесных от Матиза. Все, Руслан. Вот все есть. Надо бомбу подарить. Вышла такая ситуация неприятная у нас с тобой. Какая? В прошлом году на кордоне я открыл твой паштет. Так. И меня грызет совесть по сегодняшний день. Полтора года уже. Полтора года. Ты его закрыл? Я вот решил подарить тебе такой подарок. Сделал сам. Покажи. И всем именинникам, чтобы никто не открывал их паштет. Офигеть вообще. Ого. Выдерживает вес машины. Да ладно. Класс, это у Сурова можно оставить на полке, да, не бояться? Открыть все. Потому что есть друзья, чтобы они не пооткрывали. Спасибо. Это ты делал, ты что, под заказ? Я тебе скажу, что Рус зубами откроет. Ну давай, наспор. Спорим, что завтра его уже не будет. Давайте нож, нож дайте мне. На стопочке из трех УАЗик стоял. Высосит, а я на полностью говорю. Не-не-не, я думаю, что когда откроют, там будут пустые банки. Так, все, бухаем и танцуем. Задрали вы со своими фразиками, да? Ты не переживай, ты посмотри, что в кульке, и там все нормально. А ну, подержи. Кулек, одну ручку возьми в кульке. Ёханый бабай! Вот это повезло мне! Все, пацаны, я домой, пока! Подожди, никогда, да. Эй, да. Это бутафориш была, это не, это клубная. Мы просто для видео. А, это для видео? Мы тебе коробку отдадим сейчас. На, коробку забери. Коробку или коробку тоже заберем. Да нет, коробку заберем. В магазин сдадим, типа новая будет. Ёханый бабай, а что это? Это удочка какая-то? Спиннинг? Да. Мужчина надувной? Руки поставят. Штурман вместо Валеры это или что? Да. Можешь надувать. Ни хрена себе! Смотри, я открываю. Офигеть. Это необычно. Давай, приди. Все, чтобы ты не потерялся. Нет, нормально видео смотри, снимай. А то, говорит, на УАЗе не видно. Так аккумулятор нужен или у меня есть? Два аккумулятора телефона. Вот это нормальная тема. Ничего себе. Так, а Руслан, посмотри, какой большой. Руслан, смотри. Блин, я чувствовал, что день пойдет. Тихо, что-то у слепого. А блин, что, хорошо, черный когда... Ящик, в черном ящике, минуты снимаем. Ящик! Опа, что в нем? Так это просто ящик ему подарили? Черный ящик и белый ящик. Вот так? Вот еще раз. Кролик сейчас выскочит, отходи. А ну отходи, чтобы не сбил с ног никого. Он дикий, может в горло вкуситься. Ёханый бабай! Цыганский ящик.
Ёханы. Так это стенка с СССР, да, или что? Ни хрена себе. Но мне кажется, надо отсюда на кордон сразу ехать. Сейчас складываемся. Нет, так классно, что ты что, в Шишигу вообще бомба. Это еще не все. Так подожди, а наполнение где? Паштет на полке. Наполнение надо дорабатывать самостоятельно. Не, ну это да. Вот это... А теперь закрывай, Юля, как открывай, тебе? Должен быть полный бухла. И все. Это же я буду работать, слушай, это моя рабочая. Да подожди, ребенок первый бежал вон. Вот это нормальная тема. Это стол же сразу, да? Это кухня, понял? Спасибо, а, кухня! Мне. Понял, это здесь достал мне. Плитку, поставил типа сюда. Вот, вот это нормальная тема. Что, меняемся, Саня? Нет. Я тебе купила. Ну ладно. Паштет некуда будет положить. Да. Спасибо. Спасибо. Иди, иди устанавливай. Иди устанавливай. Включай. Ну надо будет сейчас докрашивать. Ну доработать надо еще, да? Рус, ура! Люстру Сержу, он тебе ее заварит так, чтобы не сперли. Люстру? Серега! А зачем? А, это не уже испытание плохо, да? Закрытый объем. Маш, ну надо было, чтобы его когда это... Так испытание надо, чтобы на воде, на лимонаде проводил, а не на водке. Так, лампочку уже выкручивают в подъезде. Так а что это такое? Ёханы бабай! Ложись вот так головой на спину. Деревня. И шо? Ложись, нальем. Ложись. Скажи, что я принимаю заказы на изготовление. Открывай рот. Да нет, а вдруг там что-то непонятное? Да нормально, все понятно, давай. Там водка всего-навсего. Да нет. Да нет, ну какая водка? Давай, как алкаш сосет. Сейчас как присосется, смотри, блин. Смотри, отсасывает. Давай. Давай, 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 давай. Ну да. Ух ты, дракон огнедышащий. Зачем ты выплюнул? Это ж водка. Ну пробрало ты, Руслан, пробрало? Коронавирус убить. Звоните в полицию, назовут мать. Вы ему тут стаканчик дали или нет? Да. Не, мы ему прямо напрямую. А ты, бой, я тут. Что, нема нормальных людей рядом с тобой, да? Сейчас сделаем. Спасибо Руслану, что он рекламирует канал Off-Road Brothers. TikTok Off-Road Brothers, Instagram Off-Road Brothers. Подписывайтесь, друзья, да, Руслан? Руслан, давай рекламируй канал Off-Road Brothers. Ну, давно. Да, можешь ты прорекламировать канал свой. Какой канал? Ссылочка в комментариях будет ссылка. Off-Road Brothers? Там мы разве дождемся от Руслана? Так мы же комментарии напишем. Хорошо. Ешьте мясо. Жопа с ушами. Так, Саня, что ты собираешься, да? Блин. Принимаю заказы на изготовление. На правах рекламы, да? На правах рекламы, да. Кто-то проскочил мимо еды.